На прошлых выходных в Нижнем Новгороде прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Древняя столица Приволжья впервые принимает соревнования такого масштаба. Это старинная русская земля, на старинной русской реке Волги. И это прекрасно, что такой вид спорта молодой, как художественная гимнастика. Первый чемпионат Европы в этом городе проходит именно по этому городу. И здесь единственная в мире живет двукратная олимпийская чемпионка Елена Посейна. Более 500 гимнасток из 35 стран мира устроили новгородцам настоящий праздник красоты, изящества и силы духа. Сборная России в очередной раз доказала, что является безусловным лидером художественной гимнастики. 2 июня олимпийская чемпионка Евгения Канаева защитила титул чемпионки Европы в индивидуальном многоборье. Серебро получила россиянка Александра Меркулова. Тройку призеров замкнула представительница Азербайджана Алия Гараева, показавшая высокий уровень мастерства. Выступления элиты среди художниц бурно встречались залом. Особенно усердствовали фанаты азербайджанских гимнасток. Взмывающие флаги, песни Муслима Магомаева и даже барабан. Болельщики сделали все, чтобы путь Алии к пьедесталу не был так тяжек. Аленька, мы вас поздравляем. Это просто замечательное соревнование. Вы подарили нам массу впечатлений. И все-таки не каждый человек имеет такую возможность простоять на пьедестале. Расскажите, как оно там на высоте? Ну, конечно, это здорово. Мы работали, мы получили эту медаль. Мы работали все вместе, и тренера, и врачи, и массажисты, и наши судьи, и вся федерация, и мы вместе, все вместе получили эту заслуженную, я считаю, медаль, и я думаю, что мы достойны этого. Она более чем заслужена, вы видели, как вас поддерживал зал? Это было очень приятно, и это действительно очень помогает, очень. И большое спасибо болельщикам. Когда я сегодня утром зашла в зал, мне говорят: ты видела, какая у тебя группа поддержки? Я говорю: я знаю, не видела, но я предполагаю. Они говорят, они с барабанами и флаги, они разместились по всему залу. Ну, очень было приятно. После торжественной церемонии вручения медалей болельщики устроили свой праздник перед Нагорным дворцом спорта. Мама Алии Гараевой не скрывала свою радость и танцевала вместе со всеми прямо на улице. Я очень благодарна Богу вообще вот за все, что у меня сейчас есть. Вот действительно, это счастье большое. Даже до того, когда она еще только начинала выступать вот на чемпионате Европы, я, конечно, очень боялась, думала, что вдруг что-то не получится. Но при этом я думала, да уже спасибо за то, что она выступает на таком престижном турнире, на таких настоящих соревнованиях, на соревнованиях большого уровня. Поэтому, а сейчас еще и победа, это большая радость. Мы очень рады, конечно, что на чемпионате Европы Аля заняла 3-е место. Все очень счастливы, она молодец, она не подвела. Большое спасибо всем, кто пришел болеть. Это было очень приятно. Спасибо большое Федерации Азербайджана, которая нас поддерживает во всем и всегда. Поздравила Алию с победой и Ирина Винер. Алия Гараева очень сильная спортсменка и очень волевой человек. Она много тренируется, она занимается очень серьезно, она никогда не пропускает тренировки, она очень харизматичная, ее очень любит публика, и она выступает для публики, для людей, которые ее любят. Она уважает очень взрослых сейчас, она очень внимательно сейчас относится к своим всем ошибкам, которые ей делают замечания. И она всегда счастлива, когда поднимается флаг ее страны, и она стоит на пьедестале. И мы тоже очень счастливы, потому что мы помогаем, консультируем. И очень счастливы за Азербайджан и за Алию, что поднялся мусульманский флаг в женском виде спорта. Большое всем привет, и особенно президенту Федерации гимнастики Мехрибан Ханум Алиевой.